Молодежный театр «Дарига-Ай» из Семея представил в столице премьеру моноспектакля «Я» по рассказу Дэниела Киза «Цветы для Элджернона». Показ спектакля состоялся в музыкальном театре юного зрителя. Главный герой Чарли Гордон – умственно отсталый человек, участвующий в эксперименте по повышению интеллекта. Автором инсценировки и режиссером выступила Гаухара Дай, художником-постановщиком Гульдана Алина, в роли Чарли Гордона – актер Еркебулан Нугуманов. Был бы в Казахстане, вот уже тонгыш премьера, мы с Астана Галкелдек. Мы привезли впервые этот спектакль в Астану. Премьера состоялась за рубежом на международном фестивале в Литве. Казахстан впервые принял участие в этом фестивале. Для нас это была большая ответственность. Постановка получила хорошие отзывы, и мы рады сейчас представить ее казахстанскому зрителю. «Цветы для Элджернона» Дэниела Киза входит в программу обязательного чтения в американских школах. По сюжету ученые сумели значительно увеличить IQ мыши по кличке Элджернон. Теперь требуется повторить операцию на человеке. Добровольцем становится Чарли Гордон, уборщик с задержкой умственного развития. И снова наука побеждает. Вскоре после процедуры он читает классику, осваивает языки и становится сверхквалифицированным специалистом. Все прекрасно, кроме одного. Через некоторое время интеллект мыши начинает стремительно слабеть. И доктора, и сам герой понимают, что и Чарли предстоит та же участь. Симфонический оркестр Франкфуртского радио исполнил пьесу «Море» Клода Дебюсси. Это самое крупное из оркестровых сочинений автора, хотя и обозначено им как три симфонических эскиза. Сочинение «Море» шло под шум волн, в радостном ощущении свободы и начала нового этапа жизни, согретой поздней любовью. Дебюсси восхищался цветными ксилографическими пейзажами японского гравера Хокусая. Его знаменитая гравюра «Волна» украшала комнату композитора. По желанию Дебюсси копия этой гравюры была помещена на обложке партитуры «Море». В столичной галерее состоялось открытие выставки «Фокус внимания» современной казахстанской художницы Евгении Грекиной. Это contemporary art проект, экспериментальная терапевтическая выставка, затрагивающая современные вопросы стресса, выгорания и инфошума. Внутренняя структура выставки построена так, чтобы собрать внимание зрителей на малом количестве объектов. Этим проектом я бы хотела показать людям, что если чуть-чуть замедлиться и сфокусироваться на своем состоянии и на своем теле, то можно сфокусироваться на глубине проживания и чувствах, и тогда жизнь будет больше наполняться энергией, и тогда в этом случае никакой стресс нас не сломает. Вот. Это очень важно в современном мире. Проект «Фокус внимания» начался еще в 2016 году. Тогда Евгения Грекина приняла участие в программе «Перекресток миров». В ней участвовали люди со способностями медиумов и особой чувствительностью. На протяжении года участники жили вдали от социума и занимались телесными практиками. Именно эта программа вдохновила художницу на создание разножанровых работ. Вся выставка пронизана идеей поиска гармонии и вдохновения. Художницу вдохновила и книга Марины Абрамович «Пройти сквозь стены». Она стала колоколом пробуждения. Евгения Грекина создала картины-камертоны, способные помочь в концентрации сознания и гармонизации состояния. А сейчас мы расскажем вам о некоторых событиях ближайших дней. 3 декабря труппа театра имени Умарова подготовит к показу драму «Ötelmegen Paras». 3 декабря в драматическом театре имени Достоевского пройдет постановка «Евгений Онегин». 3 декабря на сцене Восточно-Казахстанского областного драматического театра состоится криминальная комедия «Похищение».